Следующий город Порт Талбот был проездом. У меня оттуда уже были взяты билеты на поезд в час с чем-то до Барри. Поэтому с утра мы выехали, и до часу мы должны были сгонять на пляж. На пляж идти было по навигатору написано 20 минут. Мы шли 40-50 минут. Ну, с мамой, конечно, помедленнее мне приходится ходить. А так бы, может быть, я бы и зашла, добежала бы за 20 минут, но маме уже было тяжело. После первого города уже она устала. И мы плелись и дошли до туда за 50 минут. В 40 скандалах, она не хотела уже идти на половину дороги. Ну, в общем, дошли. Поели и пошли обратно. Обратно пришлось нам уже взять автобус до станции и поехать на нем, потому что идти пешком было достаточно далеко. По дороге, когда мы шли на пляж, мы увидели такую какую-то заброшенную церковь, где во дворе гулял скот. То есть очень много куриц и петухов там разгуливало. А также валялась такая свинюшка, толстенькая, жирненькая, грязненькая, и спокойно спала. Еще мне очень запомнилась калитка с пауком. А калитка выполнена в виде такой паутины, на которой сидит паук. Она еще отражалась от солнца тень на асфальт. Это было очень красиво. Я люблю замечать всякие детальки. Я очень часто любуюсь природой, каким-то красивым дизайном, архитектурой или скульптурами. Что-то, что нестандартное, необычное, всегда привлекает мое внимание. Вот. Пляж очень красивый. Сразу хочу сказать, мне очень понравился. Море великолепное. Купаться я, конечно, не пошла, времени не было. И даже до моря не дошла и потрогать его. Там проезжала такая машина спасателей. Я наделала кучу красивых фоток с этой машиной на фоне моря. Не знаю, мне запомнилось это море. И, ну, по набережной нам уже тоже не было времени пройтись, погулять, посмотреть, что там на пляжу находится. То есть мы буквально в крайнюю точку пляжа попали, покушали, что у нас было с собой, и уехали на автобусе обратно.